Приветствую, бойцы! Как вам дела? Как настроение? В сегодняшнем обзоре очень интересные, новейшие, симпатические пушки под названием Чупакабра. Название смешное, а пушки-то топовые, актуальные. Смотрим тиранозавра. Отражение урона, способность стелс, прыжок. Никакого восстановления хп здесь нет и не пахнет. Динозавр постепенно умирает. Но если вы не поставите вооружение Чупакабра, если поставили, оказывается, оно наполняет вас здоровьем, отсасывая его у врага. То есть вооружение обладает способностью вампиризм. Но есть нюансы, конечно. Оно работает недалеко, 50 метров всего лишь. И отсос происходит за 10 секунд. То есть не разово стрельнули по врагу и раз хпшку все восстановили. Вы должны в течение там нескольких секунд, ну, желательно 10, быть возле врага. Тоже это в бою не совсем, ну, или трудно осуществимо. То есть разработчики, наверное, хотели соблюсти баланс, чтобы вооружение не чересчур имбовало, чтобы вы, соответственно, чтобы пополнить себе хпшку, убить врага, в том числе, рисковали здоровьем там и так далее. Интересное вооружение. Ну и также это вооружение не пробивает физ-щиты и энергобарьеры. При попадании по физ-щитам, вот урон на вашем экране на 14 левеле у лайт вооружения. Давайте посмотрим тяжелое вооружение. Ой, тихо, не, характеристики нам нужны. Прокачал вооружение до 14 левела, до 15 дороговато качается. Я вам уже говорил, да, прокачать 15 левел будет стоить столько же, сколько прокачать с 1 по 14 левел примерно. На 14 ловили тяжелое вооружение, вот столько он наносит урона по физ-щитам и, соответственно, по энергобарьерам. КДшка вооружения 5 секунд, то есть 5 секунд, через каждые 5 секунд вы будете столько долбить, наносить дамага. Но я рекомендую все-таки, чтобы ваши друзья, ваши товарищи энергобарьер раздолбили врагу, и потом, соответственно, вы во врага всосались. Или, допустим, если вы имеете дело с физ-щитами, врага обойдите или перепрыгните, благо тиранозавр прыгает, и потом уже в незащищенную часть тела, ну, в спину, в попу, во врага вы впиваетесь данным вооружением. И врага убиваете, и себе хпшку пополняете. Очень интересное вооружение. Полетели на нем играть. Бой начинается у нас с маяками. Режим, и видим, негодяй трицератопс, если правильно помню, хочет захватить маячок. Хотел и перехотел резко. Да, нюанс то, что вооружение работает только вблизи, соответственно, несколько проблем создает. Так, вот враги вроде бы недалеко, но я их поражать не смогу. Так, давайте нажимаем невидимость. Давайте прыгаем. И нажимаем на вооружение. Вот такая анимация, враг от меня отошел и, соответственно, все. На этом все, связь разорвалась. То есть, чтобы, соответственно, нивелировать последствия от данного вида вооружения, чтобы, соответственно, вас не убили. Так, вы этого всосались, нажимаем невидимость. Опять связь разорвалась, упрыгиваем. Нужно, соответственно, от врага упрыгивать или уходить за укрытие. Пусть даже расстояние будет меньше 50 метров, вы просто за какое-то укрытие уходите. И, в принципе, все. Враг вас убивать на этом вооружении не сможет. Так. Вот, в кого-то там всосался. Все, опять он там бегает влево-вправо, и опять связь разрывается. Уходим в невидимость. Вот, мне повредили. Ага. Так, выбираем жертву. Ну, чтобы, соответственно, выбрать жертву, мне нужно пройти по всему полю. Давай, давай, давай. Плюх! Вот, видели, немножко хпшки себе отсосал. Нифига себе немножко. Довольно-таки неплохо себе восстановил. Да. Ну, в общем, ко всему можно привыкнуть, даже к вооружению, которое действует очень недалеко, 50 метров. Думаю, можно все-таки подналовчиться. А вооружение очень перспективное. Вот бихолды, да. А вот Чупакабра, возможно, сейчас будет у всех топов. Мало ли что, посмотрим. Так, давайте нажимаем зеркало. В этого всасываемся. И почему-то, по-моему, наш динозаврик просто взял, стал между мной и врагом, и, соответственно, связь разорвалась. Печально, печально. Получается, и ваши союзники вас же могут и подставить, если они головой несколько не думают. Так, энергобарьер есть, энергобарьер есть. Вот от этого сейчас мы будем отсасывать. Да не толкайтесь, блин! Всасываемся, хпшка восстанавливается. Враг ушел за укрытие, и, соответственно, все. Связь разорвалась. Да, много нюансов вооружения. Я думаю, разработчики соблюли баланс. Все продумали, просчитали, соответственно, чтобы вооружение не имбовало. Имба портит баланс. И никому радости от игры с имбовым вооружением не принесет, если вооружение чересчур будет имбовать. А в данном случае, скорее всего... Ой-ой-ой-ой-ой! Нажимаем зеркальный щит. Динозавров всасываемся. Ну вот и лично хпшку восстановил. И, соответственно, мы имеем, что
вооружение классное, перспективное, мощное, крутое, но есть куча-куча нюансов, чтобы оно, соответственно, было играбельное. И враг должен быть недалеко энергобарьера, и физщита у врага не должна, должно быть, и укрытие, что враг смог спрятаться, не должно быть, и ваши союзники не должны линию перекрывать, соответственно, огня. В общем, куча-куча нюансов. Если все эти кучу нюансов соблюдете, то ответ... Так, тихо-тихо. Можно тебя я захвачу? Как классно, посмотрите! 180 тысяч хп, у меня фуловый динозавр, как будто бы начал воевать только что. Подходи ко мне поближе, я боюсь. Ага, а вы меня боитесь, да? Да я воевать далеко не могу, я безобидный. Ну, конечно, можно прыгнуть на врага, резко сократить расстояние. А он сам... Тихо-тихо-тихо! Так, в него всосались. Он меня мочит с помощью Бихолда, я с помощью Чупакабры его мочу. И что мы наблюдаем? Давайте уйдем лучше в невидимость. Ё-моё! Зеркало! Зеркальный щит нажимаем. Блин, не смог. На мне сало наложили, и почему-то, по-моему, наши союзники кочурились, да? Они реально, они все умерли. Ну давайте этот бой закончу сам, а мы встретимся с вами в следующем бою. Это же самая карта. Постепенно, потихоньку подходим к центру. Тут будет сейчас очень-очень интересно. Так, аккуратно выглядываем из-за угла, чтобы случайную пульку не получить. Хотя, с другой стороны, можно и понаглеть. Так, смотрим, что-то немножко лагает или что. Так, уйдем в невидимость. Ну, пожалуйста, снесите энергобарьер. Они не сносят. Так, нажимаем зеркало и идем в ближний бой. Во врага всасываемся. Если мы находимся под вражеским щитом, то, соответственно, упрыгиваем. Под вражеским энергобарьером, то, соответственно, энергобарьер повреждать не надо. Вот такая механика в настоящий момент у энергобарьеров у игры. Заходите под энергобарьер и врагов, соответственно, поражайте помимо энергобарьера. Также во врага можно всасываться. Ну, соответственно, вы должны быть на расстоянии 0 метров непосредственно под куполом. Так что тоже лайфхакер, если вы, допустим, не знали. Вроде бы, насколько я помню, раньше такого в игре не было. Энергобарьер защищал даже под, если вы находились... Опа, а почему-то сработало, посмотрите, интересное. Я попал во врага, а сработал сразу на двух врагов. То есть часть вооружения применилась, часть Чупакабры применилась на одного врага, часть на другого. Ай, зеркало! Я не могу нажать зеркало. Враг оглушен, и я оглушен. Так, в этого всасываемся, восстанавливаемся хп-шку. Так, нажимаем невидимость. Блин, ну, какое-то интересное вооружение, да? Если случайно на вашем пути стреляете во врага, оказался другой враг, вы, получается, и в двух врагов больше сразу попадать. Я не знал. Так, опять тут такие смеси невнятные творится. Нажимаем невидимость. И там в кого-то всасываемся. Что-то все бегают, какие-то оглушенные. Сало на каждом работает. Так. Тихо. Гигантозавр. Бах! Гигантозавров всосались. Так, наблюдаем. Его снесли очень-очень быстро. У меня какая-то турбо-команда всех выносит. Ну, кто-то мне шальную пулю, возможно, снайпер, да? Почему-то резко у меня хп-шка уменьшилась. Скорее всего, какая-то шальная пуля снайпера в меня попала. Так, энергобарьер врага изничтожают. Давайте сносите ему энергобарьер. Опять ни черта непонятно, в кого-то всосался и сразу же все отменилось. Все отменилось, потому что мои союзники с линии огня ушли. Так, крокодил всосался, крокодил убил, здесь нажмем зеркальный щит, этого сожрем. По старой доброй отработанной схеме, без всяких там пушек вампиров. Подходи ко мне поближе, я тебе несколько обрадую и своего тернозаврика порадую. Все, всасываемся и наблюдаем. Ё-моё, посмотрите, как хпшка возрастает, увеличивается. Ну, в общем, так, чтобы... Все, почти фуловый динозавр, посмотрите. Я прыгнул, чтобы, соответственно, он не ушел за это перекрытие. Но 50 метров такое маленькое расстояние. Тихо. Бах. Офигеть. Он по мне стреляет, и урона никакого я не получаю. Ну, посмотрите. Все-таки, наверное, правильно, что данное вооружение работает на расстоянии 50 метров включительно. Потому что если бы оно работало дальше, это было бы уже реально перегиб, был бы дисбаланс. Сейчас, конечно, вооружение куча нюансов. Играть несколько неудобно, да, но, соответственно, если все-таки вы сократили расстояние и во врага всосались, это просто кайф. Ну давай, иди ко мне. У меня кое-что для тебя есть. Он артиллерист и там какие-то лазеры. Очень интересная сборочка. Ну, смешная, неэффективная. И куда он побежал, мне интересно? Или он просто спрятался? А, он наших режет. Наверное, зря я прыгнул, потому что он там появится. Да, я так и знал.
Так, идем к нему на перерез, расстояние резко сокращается, и сейчас мы его обрадуем новыми симметрическими пушками. Так, он ушел за укрытие, и связь разорвалась. Вот одно вооружение все-таки связь держит. Отлично, отлично, отлично и прилично. Все, победа. Классно. Давайте посмотрим итоговую табличку. Воевал я только на Чупакабре. Ну, 1 000 000 дамага. Классно. Продолжаем тестировать вооружение. Карта, к сожалению, большая. И у врагов еще пати. Давайте посмотрим. Ё-моё. Также постоянно я забываю. Нравится ролик, поставьте лайк. Нравится канал, подпишитесь. Кто хочет помочь с приобретением оборудования или во время стрима передать привет. Там, в общем, ссылка на донат в описании. Еще у меня есть спонсорство. В общем, хотите помогать финансово, помогайте. Не возбраняется. Так, полетели теперь воевать вблизи. Сокращаем расстояние в прыжке. Я думаю, пока можно. А так вообще все способности нужно иметь про запас наготове. Мало ли что, вдруг на вас нападут. Вдруг враг окажется гораздо сильнее, чем вы. Так, стараюсь выглянуть из-за укрытия. Посмотреть, там вроде бы вражеский алазаврик имеется. Он может телепортуться, естественно. Так, так, бежит к нам. Прицел как-то не те цели выбирает. Вы замечаете, да? Вот враги вроде бы тут. Так, крокодилов всосались. И что будет, если он, интересно, уйдет под землю? Как вы думаете? Это он сейчас под землей был? Я, если честно, не понял в данный момент, что произошло. Крокодил хотел залезть под землю, а данные пушки не дали ему залезть под землю. Также воюем вблизи с гигантозавром. Просто нафиг быстро его убиваем. Вооружение вблизи очень хороший дамаг раздает. И очень хорошо ремонтирует, лечит. Маяк вроде бы захвачен. Все-таки хочется поймать еще одного крокодила и посмотреть, сможет ли он залезть под землю, а если залезет, что произойдет. Так, 3 щита мы видим, да, стрелять бесполезно. Так, он сейчас щиты снял. Сейчас его враги, союзники добьют. 2 азиата борются сверху, и вражеский азиат нашего зарезал. А этот что-то офигел. А давайте так с прыжка, хоп. И убили его, как нефиг делать. Опа-на, нажимаем зеркало. А, это наш крокодил, а я испугался. Так, это вражеский симбиот. Я за ним даже бегать не буду. Я его поймать не смогу. Он имеет рывки, блинки. Но он может мне кучу вреда причинить. И маяки позахватывать, и будет. А у этого энергобарьер. И будет, соответственно, по спине мне стрелять. Я не знаю, что делать. Ну, давайте я иду за вражеским тиранозавром. Ай, ё-моё! Я стрельнул, но промазал. Я хотел к нему под купол залезть, как вы поняли, и в него всосаться помимо энергобарьера. Так, 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 давайте попробуем вот с этим то же самое провернуть. Так, я стрелял, но, по-моему, попал в брантозавра, блин, тоже урон не прошел. Мне надо срочно стоять. Так, всосался в гигантозавра. Пополняем себе хпшку, пополняется хпшка просто турбоскорость, по-другому не скажешь. Так, через 5 секунд я опять готов воевать. Бах! И опять у меня фуловый динозавр. 180 тысяч хп. Данный негодяй Кицалькоатль летает. Ого, ну вот я вам и говорил, да, что творится. Что творится, капец. Вражеский негодяй позахватывал плевака, позахватывал просто всевозможные маяки, все, что есть. Так, под купол залазим. И его вроде убиваем. Да? Все, отлично, запилил. Так, ни одной способности у меня нету, поэтому... А, все, может. Давай, давайте рискуем, короче. Кто не рискует, тот не умирает. Зеркальный щит. Он от меня что-то убегает. Да не убегай, 50 метров мне нужно. Стой, стой, стой! Угу. Прыгаем. Плюх! И пополняем себе хпшку. Ой-ой-ой, но он разорвал расстояние. Так, ну да, негативная сторона вооружения стреляет очень недалеко. Ну давайте уже не буду в следующий бой входить. В этом бою продолжим бой. Ну, что-то мне нужно быстрое, да? Очень быстрое. Что же быстрое есть у меня? Так, и пойдем, наверное, сюда. На маячок А. Да, враги молодцы, по маякам бегают спать, у них слаженное действие. Там один кто-то воюет, другой по маякам бегает. Все у них шедеврально. На всякий случай поставим купол. Давайте еще раз на врагов посмотрим. Но они что-то внизу списка. Странно. Может, сервачок еще данные не посчитал. Так, 2 респовых маячка у нас есть. И давайте теперь пойдем уже захватывать середину, наверное, да? У нас 3 бойца у врагов. Плевака, блин, видите, да? Побежали-ка. Совершает блинки. Ага. Сейчас поставим купол и будем захватывать центр. Вот где-то здесь поставим купол.
А сами подойдем немножко подальше. Потому что если правака будет плевать, там урон по площади будет. Чтоб яд меня не задел. Ну, легко меня он убил. Просто без особых проблем. Плевака полетела захватывать обратно маяки, я знаю. Вот она где-то здесь. Берем нового динозаврика. И орудуем. Стреляем по плеваке. Два слота вооружения пока доступно. Ну, урон не очень большой, но все-таки нормальный врага я смог изничтожить. Так, у нас уже два бойца. Блин, к сожалению, и у врагов два. У врагов один остался. Так, есть шансы на победу. Давай, давай, давай. Расстояние не позволяет вести огонь. Ты там справишься? Нет, у врагов все-таки еще один подгрузился. Ускоряемся, пошли на центр, чтобы контролировать все пространство, все поле боя. Пушки стреляют у меня на расстоянии 250 метров. Займу выгодную позицию, соответственно, буду контролировать все, что можно и нельзя. Ну и еще, естественно, мне нужно сожрать трупачки и активировать слоты вооружения. Сейчас у меня пока по стоку работают всего лишь два, это маловато. Вот сейчас первый трупак, пожираем его. Или он исчез? Он исчез, блин. Есть такая у игры особенность. Если трупаков то ли много в игре, даже секундомер до конца не дошел, они исчезают. А, вот же. Хотя, с другой стороны, я же вовремя успел, вроде бы как. Вот сейчас этот мы пожираем. Все, отлично. И хпшку все восстановили. И, соответственно, и огневая мощь возросла. Он там что-то там балуется, проклинает меня. А, нам по барабану. Мы идем на жесткий размен. Если все будет очень плохо, я буду активировать щит. Вот, допустим, как сейчас. Активировали щит и, соответственно... Только кусаемся. А, я же щит активирую. А, броня мне рассыпалась, все понятно. Теперь моя черепаха превратилась в собаку. Так, это тут труп сожрали, а тут не сожрали вроде бы как, да? Возвращаемся обратно. Щит какой-то некрепкий у черепашки. Ниндзи. Очень легко убили и очень быстро. Ну, соответственно, потому что 5 слотов вооружения. 5 бихолда тяжелых. Дают о себе знать. Огневая мощь запредельная. По-прежнему у нас большой шанс проиграть. Ты его убил, да? Мой друг его убил. Он летает, видели, на новом современном бегемоте. Бегемот, который летает. Вот так смешно со стороны смотрится. Летающий бегемот. Так, враг играет вроде как на крокодиле. А на лазарике он играет. Так, догоняем его. По-любому мы проиграем. Чтобы выиграть, мне нужно поменять динозавра на что-то более быстрое. Ну и захватывать маячки там, не знаю. Но я не такой быстрый. Зачем-то враг совершает оплошность, вышел из купола и умирает. 5 бихолда, даже издалека его очень легко убьют. Бихолды вблизи хорошо воюют, издалека не очень, но, извините меня, 5 штук, это уж мощь запредельная. Так, я смотрю на секундный мир, и еще мы сможем с вами поиграть, полетели еще один бой. Так, у нас дезматч, маяков нет. Сейчас будет жесткий заруб. Враг, по-моему, залаговал. Видели, он куда-то полетел в вышину, потом резко он куда-то там вернулся. Во свояси. На чем-то диплодок прет вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наших уже разрывают. Этого убили, нифига себе. Яд, это, ну, по-любому вражеский. Открытое пространство там делать по-любому нечего. Пойдем через центр. Там куча-куча укрытия. Так, сейчас меня могут немного снайпернуть. Но если меня снайпернут, я могу себе потом хпшку восстановить. Раньше я очень активно использовал невидимость. Сейчас думаю, ну ничего страшного, снайпернут меня, потом восстановлю себе хпшку. Особых проблем нет. Так, теперь играть на тиранозавры стало просто кайф. Всосались в симбиотов нового и отправили к праотцам. Так, активируем зеркальный щит. Малыш, ты на кого рот разрываешь-то? Так, 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 так. Да птички там непонятные. Кто это? Не плевака? Нет, это не плевака. И она зачем-то летит сюда. Да, птичка суицидник. А вон там он плевака. Она совершает рывок в сторону, стреляет. И потом опять совершает рывок в сторону. Это новый симбиот. Из предыдущего боя, что ли? Человек со мной играл, да? А, соответственно, он там в конце взял этого нового бегемотика. Фу ты, кита, то есть. Можно немножко его обрадовать. Вот так вот прыжок. И расстояние не позволяет вести огонь. Так, уходим в невидимость. Так. Я все-таки думал допрыгнуть до него, но не смог. Активируем зеркальный щит. Плевака что-то по мне вроде как стреляла. Так, в этого вроде я как попал.
всосался, и что произошло? По-моему, в зеркальный щит я впился, и, соответственно, из-за этого сам себя убил. Как я понял, вот это произошло, да? Вроде бы когда. Надо перемотать, будет посмотреть. Ну и теперь давайте возьмем уже устаревшего несколько динозавра, пентацератопса. Также скоро в обзорах будет новый красный пентацератопс, называется как-то на букву J. И золотой тираннозавр, офигеть, очень красиво смотрится. Ну давайте ускоряемся. Также у нового симбиота появился дрон, и теперь его огневая мощь капец как... Ооо, братюня, новый динозавр против уже устаревшего, получается, как, да? Офигеть! Ну и что в итоге? Новый симбиот закончил бой. Да, ну ведь нас было еще тут двое, да? Новый симбиот просто вышел победителем. Черепашка-ниндзя ничего не смогла сделать. Да, по-моему, новый симбиот получился очень удачным. За счет даже оглушения, скорее всего. Не знаю. Еще за счет огневой мощи возросшей. Да он, извините меня, один тяжелый слот вооружения. Было 3 слота вооружения, это очень круто. А еще один добавили 4. Это мощность запредельная. Наверное. Так. Давайте, могу работать на расстоянии 100 метров. Он уже умер. Я поставил свою филейную... Да ё-моё, ты чё мне путь преградил, блин, балбес? Поставил свою филейную часть, хотел в диплодока врезаться. Слушай, ты мне мешаешь только. Иди займись делом, а. Давайте энергобарьер снесем. Очень жирный энергобарьер. Бам. Зеркальный щит. Ничего страшного, можем себе хпшку восстановить. Справишься с ним, блин? Аллозаврик. Ага, вроде нормально все. Так, а ты у нас там кто? Нажимаем оглушение. Давай, давай, что-то я не могу понять. Я его должен был давным-давно убить. По-моему, немножко залаговало. Так, теперь можно ускориться и обрадовать вон того врага. Бежим к нему на перерез. Сейчас тут будет ДТП, ДТП. Оглушение и врезался в него. У него хпшки улетело там процентов 70, наверное. Вроде бы никто не участвовал в уничтожении врага. Чисто я его продамажил, протаранил. Ускоряемся. Физ-щиты у меня уже отсутствуют. По старой отработанной схеме. К врагу подбегаем, нажимаем оглушение и врезаемся. И убиваем за считанные мгновения. Блин, 2 выстрела всего лишь потребовалось. Счет 23-5. Всех врагов мы разнесли. Ремонтируемся, потому что хпшки что-то очень маловато. Маловато будет. Так, меня или зарутили, или что мне сделали, не знаю. Какие-то негативные эффекты на меня применили. Ну, вообще, капец. Веселье, не знаю, очень веселая игра. Очень веселое вооружение. Непонятен момент только был зеркальным щитом. Ну, потом поиграю и потом вам голосом доложу, можно ли, если, допустим, вы всосались во врага, а потом враг активирует зеркальный щит, что происходит? Вот данный момент мне пока остается не ясен. Давайте вам покажу. Вот какой красавчик у меня есть. Потом сделал на него обзорчик. И вот такой красавчик. Джиггернаут, наверное, да. То же самое, что пентацератопс, только в красной расцветке. Моделька вроде бы один в один. Да, раскраска поменялась и хпшки увеличилась. На 15 левеле пентацератопс 220 тысяч. На 14 левеле джиггернаут на вашем экране. Все показатели увеличены. Офигеть. Если прокачать 15 левел, я думаю, здесь будет 250 тысяч. То есть... Джиггернаут в приоритете. Вот я на пентацератопсе новую черепашку ниндзя убил, да, без проблем. А на джиггернауте, ну, и подавно. Легко будут убивать всяких новых динозавриков. На этом все, покеда.